Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам об уходе за лабрадором-ретривером. Лабрадоры-ретриверы – собаки, идеально подходящие для больших семей. Они умны, преданы, легко обучаемы и дружелюбны. Представители породы хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Но как обстоят дела с уходом за ними? Что важно учитывать при содержании лабрадоров-ретриверов? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за этими собаками. Лабрадоры-ретриверы любят движение. Этим собакам нужны активные прогулки на свежем воздухе 2 раза в день. Желательно, чтобы длительность одной прогулки была не меньше часа. Представители породы обожают играть, поэтому важно, чтобы прогулки с ними всегда содержали элементы умственных и физических нагрузок. Также важно отметить любовь лабрадоров к плаванию. Если вы будете хотя бы периодически давать вашему питомцу возможность плавать в безопасном для него водоеме, он будет счастлив. Жесткая густая шерсть лабрадора-ретривера не требует специального ухода. Расчесывать ее необходимо 1-2 раза в неделю специальной щеткой. Во время линьки – чаще. Купать собаку рекомендуется по мере загрязнения. Особое внимание при содержании лабрадора-ретривера необходимо уделять уходу за ушами питомца. Их нужно регулярно осматривать и чистить. Висячие уши представителей породы подвержены риску заражения различными инфекциями. Лабрадоры не склонны к ожирению, однако это совсем не значит, что их питание не должно быть сбалансированным. Важно, чтобы в рационе представителей породы были все необходимые витамины и минералы. Если говорить о натуральном корме, то основу питания у лабрадоров должны составлять крупы, говядина, курица и рыба. Кормить взрослых собак этой породы рекомендуется 2 раза в день. Уход за лабрадором-ретривером несложен, однако важно соблюдать перечисленные нюансы содержания. Помните о них, будучи владельцем представителя породы. Ваш лабрадор-ретривер будет вам за это благодарен. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!